вычитал такую шутку. Я не помню, прикалывал я вас, нет. Если я захочу покончить жизнь самоубийством, я спрыгну с высоты твоего эго на уровень твоего интеллекта. Бля, очень, очень по-бедовски, очень. Как ты сказал по-бедовски? Ну, типа, знаешь, тёлка, которая такая высокодуховная. Да, типа. Ты хочешь мадно отшить. А ты я это... типа умный. А ты ей знаешь, как отвечаешь нужно? Знаешь, как такую фразу парировать? Вот, Саш, скажи мне ее. Пошел нахуй? Нет. Ну, Сереж, давай еще раз скажи мне эту фразу. Ну, давай, давай уже. Не, ну скажи, чтобы был эффект. А, ну, подожди, сейчас я это расскажу. Да, в общем, да. Я сказал одному человеку вот эту, да, фразу. А человек мне в ответ сказал, я тебя не понял. То есть, ну это, по-моему, нихуя не тонкий юмор такой, да? Ну это сказали же, пидорский. Ну один хуй, ну по-моему, все ясно и понятно, да? Ну, по сути, да. Ну вот, Сереж, давай, скажи мне эту фразу еще. Да, хуй тебе. Давай. Не, это просто, чтобы вы знали, что отвечать женщинам, когда они вам такое скажут. А хуй тварь. Я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России женщины не говорят таких фраз. Нет, говорят. Бля, Сереж, ты можешь это сделать еще раз? Давай, я сейчас смешнявку скажу. Если я захочу покончить жизнь самоубийством, я спрыгну с высоты твоего эго на уровень твоего интеллекта. Заткнись, сука, а то я тебе лицо порежу. Очень вот как это надо делать. Не, ну я в принципе сказал, пошел нахуй. Это более толсто прозвучало. Саш, посмотри, что со стрима. Идет. Твоя варианция, она такая, скажем, потом. Я уже видел, как в стиле Джона Ву главный герой покрутился. Красивое убийство пополняет энергию Текилу. Я назвал Пашу золотые слова. Нами командует китаец Репетур. Ха. Что-то какой-то странный полицейский участок. И все что-то... выглядят как мафиози. Да, причем в каком-то притоне, в однушке, на отшиб. Гонконг, фиг ли ты хотел, там очень мало места. Я видел много китайских фильмов. Там не было такого. Вот, и вот такой текили говорят, типа, вот там ловушка, говорю, ой, да я нахуй напинаю, бля, пидоры. Текила. Я, блядь, круто сварен, но я, блядь, сейчас всем с дробовика помощью. Пидорасы, блядь, какие-то. Вот, это, блин, Гонконг жуткое место, посмотри, просто так на столе оружие валяется. Опасное. Машина заблокировала нам проход. Что же мы сделаем? Боже. Забавно, оружие на столе, но при этом в стране коммунизм. Текила, осторожней, это опасный район. Нажми пробег, чтобы сделать прыжок. И левую кнопку мыши, чтобы открыть огонь. Время текилы. Ребят, время текилы. То есть это знаете, ради интереса, если будете смотреть эту запись, то каждый раз, когда я буду включать время текилы, можете опрокидывать. И вы нажретесь мгновенно. Нет, моя бутылка вина еще не пришла и не придет еще долго. Только через 2 недели. Ха-ха-ха, сука! Я запускаю котлеты на охуенно раскаленную сковородку. Так, настройка изображается. А Димончик купил себе Райзинг. Пошел играться. Ну, без субтитров. Хорошо, что у меня есть крышка. У меня есть чаёк, только я могу им опрокидываться. Это охуенно. А... Блин, голуби, боже. Кружка чая. Чё? Голуби попёрли. О, нет, значит будет драматичная нота. Вот, нам тут презентуют... Интерактив. Блин, на самом деле круто всякие штуки.
Че играешь вообще? Странгл. Странгл. Смотрел круто сваренный? Нет. Это фильм, с которого полностью срисовали боевые сцены и матрицы. Да. То есть полеты в слоумо. Bullet Hell. Дробовик имба, разрушаемое все. Крутые герои. Сцены с одного дубля. Да, очень крутой фильм, советую заценить. И всем, кто вообще не видел, идите и посмотрите круто сваренных. Соответственно, Джон Ву такой, блин, то есть фактически они сделали, они и так сделали по круто сваренным игру, называется Макс Пейн. Давайте захерачим свою Макс Пейн, но только с всякими приколюхами. И бам, пожалуйста. Вот, это вот нам презентует, типа, по перилам, бам-бам-бам. Бэнг-бэнг in your face. Уже эти звезды за стиль убийства. Ну, я стильный пацан. Конечно, блядь, а где живешь? Блин, охренеть, на тележку забрал. Блин, Сереж, советую тебе зайти на стрим и на 5 так посмотреть. Тайская игра, которая поощряет убийство. Звездочка. Вообще, Rules of Nature. Но только ради тебя, я так. Ты вот запомни вот эту фразу, только ради тебя. Охренеть. Только ради тебя, я убиваю за звезды. Просто охренеть сейчас, что было, мне очень понравилось. У меня тут тоже праздник на моей улице, тут же трансформеров делают. О, я кстати, я видел тизер, но не понял, что это такое. На, я понял, что это его будет делать полностью по лицензии IDW, по каноничным комиксам, судя по всему. Ну, по альтернативным, конечно, каноничным. И тизер, ну, то есть, как сейчас попытаюсь разжевать то, что я знаю. Войны комбайнеров, это, можно сказать... Войны конструктиконов по-нашему. Ну, то есть события, когда Мегатрон умер, Скорпнок принял правление и решил сделать так. Собрав всех конструктиконов и одних на землю послал, а других оставил рушить Кибертрон. И в итоге что, получились войны вот конструктиконов. Потому что сколько их там было штук. Слышь, Санек, ты меня видишь? Где? Скайпе? Да. Привет. Ага. Чайничек. Вот, а этот тизерок, получается, он такая затравочка на сюжетец, то есть, что происходило, ну, произошло, к чему все привело, то есть... нам показали полностью убитого мотомастера. Судя по всему, это была земля, потому что мотомастер был на земле. То, что там еще. Ну, как Прайм убил Мегатрона, то есть, ну, полностью игнорируя события этого Юникрона и пяти ликов смерти. И что там еще было? Ну и как бы каноничные голоса. О, у нас пошла движуха. Ну, а потом я посмотрел Дрифтеры. Ты вместе с Пашей будешь сидеть? Нет, я не буду, потому что я знаю, когда оно выходит. Я сначала подумал, типа, чё, Юсумори Урата доверили опять аниме режиссировать? Потом посмотрел, нет, всё нормально. Меня больше смущает, знаешь, сколько... вообще, в скольких сериалах музыка заведовал композитор из ТВ-сериала «Хелсинг»? Знаешь, сколько? Как? В двух! В «Хелсинге», блин, во втором сезоне этого... «Темнее черного». Что, в принципе, приговор для карьеры. А там хорошая музыка в «Хелсинге»? Да. Я просто не помню, я уже давно... То, что там режиссер только мудак, если Юсумори Урата, он ни одно аниме не закончил, которое ему доверяли. Я знаю, где хорошая музыка в новом ДМЦ. Да, у меня, кстати, пара песен, как летается.
там охуенно музыка. А так смешно было посмотреть на Нобунага Ода, который мало того, что предатель, так еще и в каком-то альтернативном мире Хайрула. Блин, почему Ода Нобунага предатель? Он просто Евракуза. Он как, блин, Петр. Первый. Только он любил предавать. Что знаешь предавать? Это нормальная практика. Вокруг тебя соседи, которые хотят тебя с детства убить, заколоть и желательно при этом еще женить на какой-нибудь соседке ради династического брака. Естественно, они все друг друга предавали. В итоге дошло до того, что мы будем кого-то без собой ничего хранить. Получится котлетки, как ты любишь. Мажорные. Ну такие мягонькие. Потому что, блядь, крышку снимать сейчас опасно. Там ебашилово идет просто пиздец. Я хереваю на самом деле, это такой результат. Вы не представляете, чтобы убрать в карточной игре восьмой финалки правила рандома, короче. Нужно при перемешивании правил двух разных регионов, короче, прочиться так, чтобы это правило рандома выпало при смешивании, короче. А это очень долгая и нудная история, короче, пиздец. Короче, я надолго залипнусь с этими картами, блядь, с этой ебаной ачивкой восьмой финалки. Смешно убило человека. Ох, время текилы, мужики. Что же так, делать? Я не понимаю. Я прям не знаю, единственный способ интеракции с окружением, который мне до этого доводили, это стрельба. Ну у тебя же есть шотган. А ты в качестве стримишь? Нет. Сколько? Ну так, серединка на половинку. Цифра. Блин, 2800 что ли? 2800. Такой, он аркадный, но дико веселый. Завтра последний день распродажи. Кстати, как будто скоро есть. Новый сезон, выбиваем ачивки в стимаке. То есть выбиваем карточки в стимаке, потому что... Сань, пойдем в двойного дракона, Минион? Можно. Там карточки есть, да? Да, 4 карточки. О, кстати, третий ведьмак, всего 600 рублей. Что, в принципе, за ведьмака, мягко выражаясь, не дам. Блин, вы видели? Я уже человек 200 убил. Ой, че это мне скайп звонил? Нет, Алекс не сегодня. Не мой стрим. Че, кого? Дружбан? Нет. Парнишка, с которой я Алекс. В прошлый раз на стриме. Подарок несу. Ну и еще раньше был, когда мы в Баку ездили. Где он пишет? Да в скайпе позвонил. О, мне дали новую фишку, снайперский прицел текилы. Прицел текилы, это бутылка из-под текилы. Опачка. Охренеть. Так, надо Еву, наверное, удалить, у меня подписка кончилась. Онлайн. То чё это она мне будет висеть? Вообще практически сломал что-то. Потому что эта игра не про то, как ты умираешь, а про да, то, как... Да, она про то, как ты скользишь жопой по столу, взрывая 40 тысяч китайцев. Прям модно уворачиваешься. Спроси у Е9.
завтра их там не будет. Так. Что сейчас было? Что, ты смешно умер или смешно прокатился по столу? Ладно, сейчас достреляю, я объясню. О нет, куча китайцев целится нахуй героем. Сзади! Текила! Сзади! Ну, не грязь. Ну вот, смотрите, они выскочили на меня, я их сейчас перестрелял. Последний мужик, на которого упал кондиционер, он такой, и Текила спрашивает, кто убил копов? Иди в Тайбэй спроси, только быстрее иди, а то опоздаю. То есть она бы сказала, где его друзья. Начал стрелять, на кой хер он говорил, если просто собирался нас убить? Ну, может, он был очень такой самоуверенный, типа, ну я скажу ему, но я его все равно убью. Ага, блин, в итоге чью башку расплющило нахрен? Не мою. Ну, переоценил, не знаю, он-то не думал, что на него упадет что-нибудь, он, наверное, думал, что он тебя застрелит. Блин, мне нравится, мне нравится. Извините, капитан, но меня пригласили. Вот, злой мужик в золотом безвкусном костюме. Голден бой. Не, Голден бой это парень с золотым сердцем, в этом безвкусный костюм. Как будет по золото по-английски? Gold. Ладно, будет Alpine Gold бой. Ребята! Что? Все хорошо. Миллиарды очков тут заработали, на самом деле. Ну как в игре The Club. Ходишь, стреляешь во все, очки зарабатываешь. Ради чего? Ну просто так. Очки же это круто. Скажи, что они круто. Я, блин, перебил долбанную китайскую дивизию. А китайские дивизии большие. Да, очень. Гига... Я бы даже сказал... Маразматически больше. Еще будет перестрелка в ресторане с первой части. Лёва, а мне яйца с луком жарить? Да. Господи, да. Блин, кстати, хорошо напомнил, хочу сделать маринованный лук. Делай сразу с грибошками. Вот, смотрите, тут даже Джон Ву нам наливает текилу бум. Охренительно. Если что, в... В оригинальном фильме Джон Ву играл бармена, в котором зависал текила и играл на саксе. И пил коктейль текилы, бум, который дико круто бьется, потому что нужно ебашить обстой. Вот, и мы сейчас бухнули. Ну, теперь будем... можно стрелять. Будем струлять буянами. Кстати говоря, еще занятно, первую перестрелку с... в... в чайном кафе, где торговали птицами в из оригинального фильма, эту сцену своровали в игре Матрица Путь Нео. Но так как игра Матрица Путь Нео, она веселая и... Подожди, а в каком году фильм вышел? В 80-м, в 91-м, в начале 90-х. А как она могла... Подожди, кто у кого сейчас воровал? Я говорю, из фильма. А, игра, да, я понял. Путь Нео сперла эту сцену. Что, в принципе, лаконично, потому что они и так весь экшен в фильме своровали. Они не смогли своровать самое главное. Дробовики и текилы. Ну, блин, Матрице не нужно бухать. Поэтому фильм ублюдско скучный. Ну, сегодня же... А в... Охренеть. Ой. Сейчас очень смешная идея. Эти джентльмены убивают друг друга. Просто не нравится. О, перестрелка в стиле голый пистолет. Да, да, ты сейчас он его очень смешно убьет. Серьезно, вот этот... Это боевиковый трэш, но он до такой степени веселый сделал. То есть. Именно. И
же игра же не просто называется Strange Brew, а Джон Ву представляет. И да. Блин, сколько их тут? Ну, китайцев очень много, поэтому можно так догадать, сколько их тут. Уже 23 звезды, и главное, ты на них ничего не покупаешь, они просто есть. Потому что это круто. Считай, ты так придешь домой и на доску подсчета полепишь эти звездочки и будешь такой, да. Не третий Макс Пейн. Ахри. Я сейчас качаюсь на люстре, на себя очередной идиот китайцы. Так, стой, блядь, ха-ха-ха, прям хлебальничай. Я люблю это. Господи, 10 из 10, я просто отдыхаю. Эх, был бы у нее еще и HD переиздание. Чистый геймплей. В стимаке есть, ребята, идите купить ее в стимаке. Че она стоит? У меня есть 26 копеек. У меня 54. 50 или 64. Я же говорил, а Спарта на саут. Легавый! Вот как один из нас уйдет отсюда живым. Бегай, бегай, легавый! И покупай. Никуда тебе не смыться. А где наш? Убейте его. Или я убью. Ой, меня убили. Веселью положили конец. Нет. Как же так? Это вообще не ад, босс. Зубы. Почему-то он похож на... Опять не забыл. Тебя зовут чего? Который Хеллбоя играл. А, Рон Перлман? Да. Потому что ты его... Помнишь его образ из Тихоокеанского рубежа. Ну, а еще по DLC для Payday 2. Теперь официальная личка. Нормально, я ему пешу, да, давай. Я настоящий один. Герой боевиков Джон Фу, мне не надо перезаряжать, я слишком ушел. На time to reload. Вот, я победил. Я использовал. Мне тоже никто не перезаряжается. Я использовал тактический гений, укрывался. А ну с чего стреляет? Это что, гранатомет? Ага. Че, ебан? Infinity. Он смотрел «Бэтмен против Супермена»? Он видел ту сцену с огнеметом, и она постой, ему понравилась? Постой, Саш. Он выглядел как человек со вскрытыми венами. Нет, значит не смотрел. Может, он видел только эту сцену. Мало того, что там мужик с огнеметом, так там еще два мужика с пулеметами было. Не, ну пулеметы я еще могу понять. А я нет. Типа Бэтмен, надо пулемет. Ну еще в том фильме Бэтмен не брезгает убивать людей. Да насрать, боже. Мне так насрать на этот фильм, а. Понимаешь, если бы там есть причиненный урон, а это что, в долларах или в йенах? Наверное, в долларах, потому что в фильме говорили о долларах. Да, то есть я на 7 лямов причинил ущерб и убил 160 китайцев. Охренеть. Это рейтинг С. Что же на рейтинг А? Замочить какого-нибудь китайского премьера. При этом взорвав море. Море нельзя взорвать. Я взорвал. Ну или пойти на центральную площадь, там убить всех, кто на велосипеде как катается. Так, пока вы прижимаетесь к стене, вы можете пригнуться, нажав С. Мы уже
уже в следующем уровне. Совет. И в нас кто-то целится. Мы выясняем. Слышь, фотку видел? Слышь, снайпер, фотку видел? Если они сделали такое... Снайпер. Они поступят с тобой. Девятки приходили сегодня за деньгами. А как вы приходили сегодня утром? Мужики, мы сейчас с пиратами будем сражаться. С настоящими? Со снайперскими пиратами. На глазу. Я не смотрел этот фильм. Вот мне реально плохо. Смотри, нет, да? Не то, что чтобы наслаждаться вот этим, нужно смотреть фильм, просто там отсылочек одно количество. Ну а еще взрывной экшен. Знаешь, что я сейчас делаю? Режу. Режешь с экшеном. Экшен. Блин, где ты? Я сейчас вспомнил песню из опенинга Бэтмена старого. Бэтмен. Да, да, по-моему, в таком же ключе я сейчас произнес снова. Произнес слово экшен. А там было слово экшен? Нет, там. А потом кто этот сериал вообще видел на 60-х? Я. Шиштовский, кстати, молодец. Потому что. Блин, я вот не понимаю, почему всем нравится старый сериал Саду Уэстон, а никто не любит Бэтмен против Робина, потому что, блин, это ремейк. Один в один. Я у кого-то, по-моему, в обзоре видел фрагменты этого сериала и вот эту песню слушал. Я сначала эту песню слушал в роликах АВГН, ну, перепев. Прошлое неделя. Сыграть во все что? Вот, мне дали 2 МП5-х. Я просто. Нет, как... в финале она звучит лучше намного. Забавно, он пушки меняет. Они у него просто из рук вываливаются и в руках оказываются другие. Не хочу. Я настолько крут, что они у меня просто сами на тебя выкидываются. Фиг, тебе нужно лабораторию уничтожить? Да. Как в сериале «Нарко», только я не гоню кокос, а уничтожаю его. Не, а что? Нет, я не хочу. Верните мне мои ппхи. Добавим тот факт, что в Китае реально так полиция и работает, просто убивает всех. Господь рассудит. Да, у них что, у них все равно, и если выжил, то тебя все равно казнят, какая разница. Только там драмы меньше, чем здесь. Там уже как бы полицейские под прикрытием убивают друг друга. Какая драма. Тут, наверное, драмы не будет, тут столбы вам падают. Побеждаем наркомафию. Единственным способом, которым ее можно победить, это взрывать. Накачивать свинцом. Наркомафия. Так, а вы, блин, говорите, дети против волшебников. Сделайте мне фильм, где охрененный Пореченков пытает наркобарон 3 часа. Да. Как же это... Слушай, а серьезно, это... сейчас, постой, представляете, наш ремейк «Заложницы». Пореченко же уже сделал ремейк, команда. Вот, где он пытает чеченов. Чечены же, братья, на века, ты чё, да, нельзя? Блин, ну представь, лет через 15 хотя бы, ну... Ну да, тогда у него и возраст будет, и... Да, ну, я и все байки тебя. Про спецназ уже будут такие, ну, опять свеженькие. Такой, слышь, мага, ты чё, да? Где твои собратья? Тот не отвечает, а тот ножом под ногти. Нет, там надо не ножом, там надо иголку. Ножом, это же брутальный Пореченков, то есть он берет... Нету игл. Да, берет, короче, нож, вворачивает его лезвием вниз и прям по пальцу. Напополам. И кидает крылатую фразочку, теперь у тебя их 6. Кота-то пошел. Было бы здорово. Яйца...
Хотя, а кто может снять такой фильм? Да кто угодно. Кто мог бы быть президентом? Я думаю, что Сарик ничего не может снимать. Нет, Сарик... Это человек с амбициями, но без умений. Сарик человек с амбициями? Я думаю, он просто человек с больной фантазией, и все. Какая больная фантазия? Ну... Но он снимает фильмы только ради денег, то есть все. Да, но у него абсолютно нет фантазии. Ну ты хотя бы его один фильм от начала до конца смотрел? Да. Тогда ты должен понимать, что фантазии у этого человека нет в принципе. И вкуса тоже. Ну, знаешь, о вкусах не судят. И режиссировать он не умеет. Ну то, что да, ну, никакого режиссерского искусства там нет. Саундтрек говно. Актерская игра жопа. То есть он никак не отвечает за фильм, просто он, наверное, приходит и говорит, давайте вот это вот говно снимем, я пошел. У меня там кавказская шлюха с монобровью, так что мне нет дела. Саш, ты поаккуратнее, а то, смеш, народ там... Ну а что, не бывает как бы шлюх? Нет, ну типа такое, а что он про меня говорит, так это неправда все? Не, правда, зачем об этом говорить? Я же не округляю до... Не, ну просто... Смотри, ладно, он делает это ради денег, понятно, хорошо. Актеры это делают тоже ради денег, и в принципе им без разницы. Они будут стараться им заплатить столько же, и не будут стараться заплатить им столько же. Зачем им стараться, соответственно? Я их в этом понимаю, но как бы, понять я могу. Почему, ну, например, в том же Зара 2, например, хороший фильм, снятый... В лучшей, в супер европейской стране, блин, актеры играют. Людям нравилось этим заниматься. Да, а почему нашим не нравится? Ну потому что ты видел эти фильмы, ремейк Карлсона, ну в жопу, а. Нет, я бы тоже не захотел этим заниматься. Блять, криминальный фильм с какой-то богом забытой страны лучше российского кино, это же... Ну, слышишь, это Вильнюс, между прочим, культурная столица. Да, очень-очень. Главное, я нашел Desert Eagle, и они золотые. Кто у нас еще из режиссеров остался? Всякие жопы Крыжовников, но они не умеют снимать. Блин, я недавно, кстати, неплохой наш отечественный фильм смотрел, «Конец прекрасной эпохи». Он симпатичный, очень даже симпатичный. И кто его снял? Ой, я забыл кто, но там именитый наш режиссер вроде как, если я ничего не слышу. А я могу? Именитый Бекмамбетов, что ли? Нет, по-нормальному именитый, еще советская школа. А, ну советская. Советы. Это, блядь, как сравнить у него... Он, наверное, когда фильм снимал, думал, что сейчас Советский Союз, если он плохо снимет, то его накажут. Ты знаешь, есть разница в счет, некоторые люди просто не умеют херовый нет. Вот ты скажи профессору, да забей ты, не веди лекцию. Нет, он не может, у него материал готовил, он привык, он проведет ее хорошо, даже если его от него это не просит. Вот так же и надо поступать, не ходить на плохое кино, и тогда может всяких... Я не хожу на плохое кино. Вот всяких и таких вот режиссерчиков просто выгонят однажды и скажут, ну все, ты провалился. В последнее время я от тебя просто талант. Только и слышу, что фильм был хуёвый. Жизнь такая. Говорю, я посмотрел фильм, хуёвый фильм «День независимости 2». Я в восторге. Это не хуёвый фильм. Это лучший фильм вообще. То есть назовёте фильм... Кстати, вот знаете песню про то, что мы встретились с вашей? О. Вот, там же конец припева, а дальше все как в лучших фильмах. И я вот думаю, в каких? Как в списке Шиндлера? Как в «Челюстях»? Как? Список, а не списки. Список, нет, списке, а не списки. Люди в списке. Она в списке. Ты сейчас какой-то про какой-то другой фильм говоришь? Список Шиндлера, он и есть. Потому что просто... Ты мальца не понимаешь. Жду ремейк. Чего, Шиндлера, ремейк? Вот. То есть, подумайте, в каких лучших фильмах, там, не знаю, в «Красотке», «Монтаж с покупкой»,
одежды. Какие есть еще лучшие фильмы? Там из любого. Там, не знаю. Джейн Эйр. Кровь и сталь с Рутгером Хауэром, где они чумную где им чумную голову в этот колодец замка положили, в итоге себе передохли самой ужасной жуткой смертью. А. В каких? Я требую. Нельзя просто так сказать мне, как в лучших фильмах, и не сказать в каких. Как в Терминаторе. Снада в каком? Ну, втором или первом. Генезис явно не лучше. Я бы даже. Мне даже четвертый очень нравится. Да. Потому что, ну, как бы, логика, да, говно, но зато сойдет. У меня даже на Blu-ray есть. Ух ты, у тебя есть на чем смотреть Blu-ray? Да. А, да, у тебя же Blu-ray. Не, я на Сеге могу смотреть. А еще у меня не обычный. Приходится немного ножичку подровнять Blu-ray'ку, и она влазит. Все да? Хорошо. А еще у меня не обычный просто Терминатор 4, а там аж три версии. Три версии. Да, с комментариями. Театралка и режиссерка. Вот так. Я пытался смотреть с комментариями, чтобы было весело. Там комментарии банальные. Вот смотрите, вот гигантский робот. Мы его сделали, а вы нет. Мне как-то раз довелось посмотреть «Квант милосердия» на украинском. О, что это мне дали? Свинцовый шквал. Еее. Это что, получается, ты используешь вот эту скиллуху и все просто взрывается округом пули? А, ты сейчас пошутил, потому что да. Чёрт. И именно. Ну, сейчас увидишь. А, это я буду называть это режим Сталлоне. Так, заряжает трубой. Ой. Я же говорю. Просто режим. Мои шутки против меня. Про эту игру невозможно пошутить, она и так совершенно. Да. Над идеалами не шутят. Это идеалы шутят над тобой. Не, ну так удобно, эти пираты вон себе порт отстроили, наркотики банчат. Ничего, хорошо живут. Да? Работают не то, что ты. Извини, не устоял. Очень смешная экстремистская шутка. Слышь, работай. Блядь, я в яйца нахуярил, всякие разные приправы, блядь. Не борщи с приправами, по своему опыту знаю. Не-не, мне нравится. Что, если очень много намешать, в итоге выйдет. Я слышал 4. Кровь, чеснок, карри и хмель смешанный. Карри лишний, по-моему. Я сейчас вкусно покушу. Эх, что у нас? Хотя бы новый. Блин, ну, конечно, геймдизайн второго уровня, он немного просасывает, потому что... На ну, первом уровне, все разрушаемо. На первом уровне реально никуда не пойдешь, везде включается экшон, а тут поменьше. Ну тут наркоманы, то есть в Китае не так много, как гангстеры. А, сука! Я сейчас захлебнусь своими слюнями. Блин, у меня такое ощущение, что я чувствую запах этого добра. И тоже внушение. Ну да. Потому что я что-то голоден. Надо сейчас за картошкой сгонять, уже вечер. Вечер. Да, и то есть как бы вечер, и такие толстяки, как я, уже спокойно в обществе могут выходить наружу. Солнце село, пора выйти. Я как то есть смотри, блин, я как жировампир, только я боюсь солнца, потому что я под ним потею. Я натуральный жировампир. И вот так это.
Зато у тебя есть преимущество, не боишься воды. Нет, я боюсь воды, потому что я простужаемый жировампир. Ах, дефектный. А, и у меня астма. Я просто, я как... Блин, ты знаю, очень бракованный, дефектный. Есть типа Дэй Уолкер, у которого есть плюс, но много мало минусов, а у меня пара плюсов, в основном, блядь, минусы. Слишком бракованный. Правильно. Как у Филти Фрай. Господь оставил меня незаконченным. Знаешь, есть, допустим, оригинал, который делают в Штатах, да? Например, там, или в Германии где-нибудь. А вот тебя сделано... Я дешевый мексиканский эквивалент. Это... Сили, дядь. Серёж. Я? Ты смотришь Филти Фрэнка? Нет. Блин, блин, Сань, скинь ему самый плохой фильм, рождественский спешл. Про шоколадного человека. А это кто вообще, обзорщик? А, нет, он видосики делает именно около сюжетной направленности. Очень говоря, он там в другом измерении нашел человека, у которого вместо крови... шоколад, и у него начала отказывать печень, и он большую часть вблевал шоколадом. Сам понимаешь, это уморительно. Да. Как ты так сказал, я тоже как бы не слежу. Просто я могу найти. Ребят, ну как так? Почему у меня первый Dark Souls не пошел? Я так хотел попросить. Серьезно, не пошел? Это контакт у кого-то, книги. У меня. Так, да. Коммент, что-то никого нет. Все разошлись, разбежались, как крысы. А мы тут... Пошли в жопу, никто не ходит. А мы тут хорошо сидим. Между прочим, очень конструктивный стрим. Так, как он называется? А, худший рождественский... Не, худший фильм вообще рождественский спешл. Так. Драк Варс. Лучше борец трава животных. Такс. Господи, у него очень много видео. Ну это я видел, потому что когда... Ну и кто мужик? Я мужик. Все взорвало. Никого не оставил. А вот, самый лучший. Да! Определенно, да, именно так с наркотой. Куда насрать? Определенно так с наркотой надо бороться. И никак иначе. Наркотики. Серьезно? Это болезнь. Я лекарство. Это Джерри. Лекарство есть заряженное С4. Вооруженный катер Золотой Трости прибывает в тайго за грузом. Смотри, не попадись ему. И 12-м калибром. О, нам типа звонят, там вооруженный катер приезжает, смотри, аккуратнее. Мы сейчас что пойдем? Стрелять? Да. Лучше Сань в почту бы скинул. Вконтактике. А то я её здесь потеряю. Что-то тебе не так. Стой, ой, меня готово. Осталось дождаться, пока это маленько все остынет, короче. Ты чё, горячим жри? Горячим. Кто горячий, жрёт. Да, мы же, блядь, на севере живем. Ты чё, мы жрём лёд, блядь? Я практически языка не осталось, так я люблю горячее. Свиньи едят горячее, я знаю, да. Это и не доказано, они жрут всё. Горячее, в том числе. И людей. Удобно, наверное, будет смотреть всё жрёт. Даже камни. Настоящее утро, Мари. Ааа! Бля,
Ай. Ой, я такой голубый вообще. Какая стихия. Не говори про гору, я тоже. Нет, да, тебе нельзя, ты стрим ведешь, нельзя есть. И вообще, можно, я сейчас закончу нахрен стрим и пойду есть. Нет. Посылай мне как хотите, я пошел. Жжание от еды — это залог успеха. Ты правильно говоришь. И вообще, пора донаты собирать. Еда к смерти. Она вредная, блядь. Я сегодня оладушки съел, они очень вредные. Очень вкусные, очень вредные. Прям почувствовал, как дыхание смерти. Чесночным перегаром. Так что. Так, а что дают коллектабл и айтемс? Они же не открывают новые ключки. Не. Дай просто для рейтинга. Ну да, потом похвастаешься перед пацанами с HQ, какой у меня счет. Че за игра такая? Ты почему не в Крузи сыграешь? Ты че дурак? Крузи лучшая игра на планете, ты посмотри какой граф. Почему ты не играешь в новый Battlefield? Где новая колда? Блять, придурок! Не надо этого делать! Че за хуй? Давай назад, парень, блять! Кто-то видео смотрит? Да, я смотрю. Бля, я подумал, что у тебя из окна! Короче, двойное самоубийство, одно тело уже лежит, короче, мясо напасть, а второе там упадает. Как ужас. Ключ к смерти. Да. Блин, я опять. Убийство это к смерти, абсолютно согласен. Да. Но зато это единственный выход. Мне понравился комментарий чувака, позвоните 911 в скорую, потому что это смерть. Правильно, это же индивидуальный номер, то есть кому нахуй сдались там сколько? 111. То есть выходит смерть смерти? Не, за бред. Да давай прыгай уже нахуй, заебал. Какой ты, тебя не возьмут в переговорщики. Вот сука, прикинь, первый выпал и оградку сломал, блядь, цветы переломался. Вот так. 12 этаж. Нихуя у него ногу как сломал. Ой, это вообще баба, короче, пошла первая. Зачем ты такие? Чё, тёлка? Чё, кто-то тёлку решил спасать? Да, ёбаный рот, блядь! А, это... А я это видео знаю. И тоже, сука, ограду сломал, блядь. Всё, ограду переломали. Вот, пиздец, как будто чин... сами строили. Да, да. Скоты. Мандал, ё-моё. Люди строят, тратят свое время, нервы, силы, а тут какие-нибудь самоубийцы бац и прыгают. Не, знаете, если я буду качать жизнь самоубийством, я точно не буду так навык. Конечно, можно вообще красиво. Вдруг я взять сломаю стволку. Самое заебись это скрыть вены в теплой ванне, короче, и под левин стрим лежать. Не, слишком болезненно. Вообще мы не должны такие темы обсуждать, ну все, все, по нам сейчас едят. Что мало ли нас смотрят дети, и мы придаем какой-то пример. Жить здорово. Или так много. Слушай, а врать детям это плохой пример? Нет. Нет, ну, рамках да, за... да, жизнь прекрасная. Пиздец, что жить прекрасно. Да, вас ждут перспективы. Будущее. Закончите школу. А, поступите сейчас в университет. Найдите работу. А? За копейки. Не пизди. Не найдете. Не, ну или найдете за копейки. Не найдете. Нет, за копейки не за миллионы, потому что только за миллионы вам дают толстые бабы. Фу, какая невкусная еда, фу. Есть, это так противно. Врёшь детям, да. За клевету дают вообще-то статьи. Блин, а вы не смотрели случай царя горы? Нет. Да. Там просто была приколюха, когда толстую кишку, забитую говядиной, главному герою выставили как этот...
произведение искусства. В итоге он по решению суда заставил этого художника снять это со стены галереи, потому что в Техасе есть статья, которая предусматривает наказание за клевету на говядину. Ну, это Майк Джадж, он любит такое вдаваться в тупые законы, там всякое говно такое. Блин, у меня куча серий таких, вот поэтому Царя Горы я люблю. Ребят, никогда не ешьте яйца с луком жареные, короче. Ну, а еще главный герой пикап мастер. Да. И, короче... Блин, меня так другая пригорела серии Little Dupe. Он ее пропустил, когда смотрел сериал, такой, типа, ты смотрел серию про Little Dupe? А нет, чё? Я ему начинаю рассказывать, мол, там Пегги увезла маленькую лупу из Мексики по ошибке. Потому что она нихера не умеет говорить по-испански. Тьфу, блин, по... Мексикански. Нет, язык ты... по-испан... правильно, испански. Мексиканский? Ну вот. Он такой, да не-не-не, в итоге он, типа, я ему... Он говорит, сейчас, ну, говорит, обязательно поищу. Нашел. И звонит мне, бля! Какая-то сука тупая! Как можно быть такой тупорылой мразью? Видать можно. Я просто... Королевский багер. Лучших мастеров. Воу, корабль. Да, Сань, ты был прав, Тарик был лишний. Но, тем не менее, один кускус. Кускус? Откуда у тебя кускус? Я говорю, один кускус надо. А, я ж смотрю, что у нас на распродаже есть. Меня все еще соблазняет Драгонбола. Ну не поддавайся. Я не могу поддаваться, потому что у меня денег нет. Сколько он стоит? Много. Ну типа... 249 рублей. А, я помню, Паша его хотел. Стоил бы рублей 60, я бы тебе купил. Но у меня больше нет тоже. Не, я так смотрю, просто половина всего, что продает. Ребят, и... я сейчас доиграю, дойду до чекпоинта и стрим заканчивается, потому что я хочу жрать. Это гадина чавкает, мне прям хочется кушать. Очень, очень хочется кушать. Да, слышь ты, гадина, перестань чавкать. Да, Серега, прекрати. Подожди, ну и продолжай, я ей сказал, она больше не будет. А у чувака на груди написано «Морской волк». Вот, победил. Я считаю, это хороший момент, чтобы сделать... Блять, охуенные пираты, у них свой лайнер есть с контейнером. Наверное, удобно быть пиратом под первым... Мне нравится, типа, текила, одна половина деревни в руинах, а вторая в огне. Выбирайте, что хотите. Блин, у меня тут друзья были, оказывается, оба не смотрели «Полицейскую историю». Ха. Я так как раз шла по телеку, я сказал, не, скоты, мы будем смотреть финальную драку, идите в жопу. А какая часть? Первая. Я говорю, сейчас он будет прыгать с шеста. Он говорит, что, серьезно, шеста? Я говорю, да видел шеста? Да, он все прыгнет. Такие, блин, охренительно. Это же Джеки Чан, хули вы чё хотели? То есть, если рядом что-то есть, значит это используют. Не, ну я на самом деле поражаюсь, что фильм про трюки. Ну ладно, давайте остановимся. Посидели мы неплохо, немножечко, пару часиков. Допрошли игру. Да. Задача выполнена. Допрошли игру, начали новую, потому что на самом деле я не очень хотел начинать Strange Hall, потому что у меня для него был музыкальный план. То есть на заднем плане все время должны были играть Эндрю Уикей. И в следующий раз мы это реализуем. Врубим сразу несколько альбомов подряд, и они будут фоном пиздрячить экшоном. А. Да. Поэтому спасибо, что были. Я посидел хорошо. Поэтому все. Покедыч.